И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен новому спецрежиму, обзору на него. Я вот только буквально пару минут назад зашел в нашу замечательную, любимейшую игру и готов сразу же, сходу, записать обзорчик на новый замечательный режимчик, который у нас сегодня появился. Вчера у нас был анонсик там со всей этой замечательной гоночкой вооружений. Здесь у нас появились все новые супермиссии, которые, я так понимаю, что немножечко можно даже... А, нет, нельзя выполнить, да, там на викинге все будет. Ну и отправляемся тестировать изначально гонку вооружений. Я ее сразу говорю, не катал, да, как я уже сказал, 2 минуты назад зашел в игру. Отправляемся, смотрим. Я не катал на тесте, не знаю вообще, как она выглядит, как все это дело происходит. Тем интереснее будет, наверное, сейчас катать и давать полноценный обзор на этот замечательный специальный режим. Там плюс говорили, что будет какой-то дополнительный бонус или еще что-то в этом духе. И говорили, что победитель будет только один. А, не понял. То есть меня может закинуть в катку, в которой уже есть киллы? Нет, нам надо новый бой. То есть играть в бою, в котором уже набиты киллы, это, конечно, глупо. Полная глупость. А чё, я думал, что всегда будет у всех с нуля. А чё тут за прикол? Типа, ты заходишь в бой, у кого-то уже может быть большой левел, а у тебя нет? Это типа так работает? Это типа норм? Это танки онлайн? А, я понял. А я думал, что там всегда будет новый бой, и типа с нового боя ты будешь начинать, и это все будет как бы интересно в этом плане. Блин, ну... Я хочу новый бой пикнуть. То есть, ну, я не вижу никакого смысла записывать обзор с боя, который будет начинаться с середины, где я буду начинать с смоки, а кто-то уже там будет на, не знаю, там, на страйкере каком-то в конце давать. Ну, это же бред полный, правильно? О, вот это уже неплохо. Работаем, ребяточки. Вот она, новая каточка, оса хорошая. Начинаем со смоки, работаем. Работаем заодно, посмотрим, насколько быстро все это дело можно пройти. Так, катка без расходки, обычная дефолтная ББПшка. Так, меня уже чпокнули, я понял, хорошо. Здесь надо как-то аккуратненько на кемпе отрабатывать, я думаю. Как-то аккуратненько надо работать. На подсосик, на подсосик, на подсосик, на подсосик. Ай, хорошо, на подсосик, раз. Может еще на подсосик? Го на подсосик. Го на подсосик. Работаем на подсосик. Ай, сука, у меня подсосали. Блин. Шляпа усатая. Кто-то там уже 3 килла дал, и я только один. Жесть. А по сколько киллов надо давать, чтобы одна пушка менялась? Я не знаю. Ладно, пофиг. Работаем. Работаем, надо киллы. Надо какую-то кемп-позицию, что ли? Для БВПшки. Да пока такое себе. Здесь главное, очень жестко решает тот, кто подсасывает фраги хорошо. Вот если вы хорошо подсасываете фраги, то это все. Так, уже чел меняет пушку, что ли? Или что? 4 килла у него. А, они уже на второй пушке! Да ну нафиг, они на второй, я еще на первой до сих пор. Блин, что-то шляпа какая-то усатая. Давай работаем, работаем, ребяточки, работаем! Жига, жига! Вась, ты чего? Огнемет мне сюда, на базу давай, сюда, огнеметику, сюда, кто-то там уже на третий переходит. Я в шоке. О, дроповые ДАшки, так здесь дроп есть. Это очень хорошо. Так, иди нафиг, Вась. Вась, иди нафиг. На твинте он уже. Ты давай, не торопись. Офигеть, они уже на твинте, я еще только на жиге. Ну ничего, мы их догоним. Мы их догоним, правильно? Так, этого я чпокнул. Все, давай, Вась. Откисай. Так, это по сколько киллов? По 3 килла, наверное, на одной пушке давать. Блин, ну я пока что так себя и не успеваю за этими молодыми. Что-то они как-то тут уже какие-то опытные ребяточки. Какие-то опытные. Уже наваливают контенту. Так, давай, 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 войска, войска, войска. Хорошо, сразу, сходу на третью работаем. Вот это уже неплохо. Жига, ну жига это моя любимая, как бы здесь понятное дело, что я должен был сразу сходу менять себе пушечку. Так, вот этого отрабатываем. Сразу, сразу, твинсика, давай, 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 до дому, до дому, до дому, до дому. Офигеть, у меня подсосали. Ну нафиг ты подсасываешь, Вась, ну нафиг ты подсасываешь, ну из-за тебя. Я еще до сих пор на этом твинте, я бы еще, о, чел уже на рельсе, я в шоке. Так, кто-то на жиге еще, давай, жигу чпокнем лучше.
Давай же чпокну, 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 чпокну. Офигеть, меня жига просто нагибает, как не знаю кого. Ой, так, ладно, пока плохо все, пока все очень плохо, но тема интересная пока что. Пока что интересная, но я пока на насосе. Ну блин, ну какой, какая жига, ну как же она жестко поджигает. Ну какой твинт, сука, ну вообще ничего не получается. Ну Габелла, ну я бы на жиге 40 киллов бы дал бы уже за это время. Твин, сука, какой-то непонятный, вообще ничего нельзя сделать. Надо на подсосе, где тут есть кто-нибудь, у кого фражочек можно подтырить. Давай, чел, чел, развернись, чел! Чел! Чел, дай подсосу. Ну, блин, ну, чел, ну, дай подсосу, фраг. Ну, еще и доделите. Еще жига в спине! Ну, это габелла какая-то! Челы уже на пятую пушку улетают! Я еще дрочефалю здесь, на этой третьей! Ёб твою душу! Чел уже за рельсу ушел! А я еще все на этом твинсе. Так, первый на твинсе есть, работаем. Работаем, ребяточки. Ну, что-то пока что не идет. Пока что очень тяжело. Хорошо, два есть! А, мне кинул минус одного, да, выходу? То есть я даю килл, и это сам... Амбалайт. А, тут самоуничтожаю... Если самоуничтожаешься, наверное, минус, да, идет? По идее. Сейчас проверим. Лиса, давай, сдохни, сдохни, Вась. Сдохни. Сдохни. Да, Вась, ну что вы добиваете, крысы? Я в шоке, ну я в шоке. Жесть, там чел уже на изиде гоняет. Я еще, блядь, до сих пор на этой его шляпе усатой на твинте, блядь. Жигу прошел за 1 миллисекунду, а тут наваливаю. О, найс, рельса, все, работаем. Сейчас на рельсе точно мы быстро пройдем эту рельсу. Так, а дальше там изида. Изида это вообще изикатка. Изида это изикатка. Так, надо подсасывать фраг. Давай, 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 Вася, Вася. Давай сюда, на базу первый. Давай сразу. Блин. Нормально, радаром пользоваться я умею. Блин, этого не чпокнул. Не-не-не-не-не-не-не, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ай, блин. Зараза, он 3 килла сейчас даст. Я ошибся. Я только на четвертый, кто-то уже на шестой. Так-так-так, вот один из этих надо этого чпокнуть. Хорошо, второй есть. Так, кто-то на рисе вообще не умеет играть. Да, мне на рисе как-то вообще изи. Так, ваншот, да? Нет, сука, не ваншот. Надо как-то слить типа. О, чел уже на громе, офигеть. Чил уже на громе. Блин, он еще и ныкается. Крыса. Огромная такая шестая пушка уже. Офигеть, после зиды он уже дает. Ну ладно, мы камбэкнем. Все камбэкнем, я уверен. Мы все сможем камбэкнуть. Главное сейчас вот на ресе дать килл. И все, я буду камбэкать. Ну да, я только на ресе килл, пожалуйста. Я не могу слить. Кто-то уже на седьмой пушке. Чел уже на седьмой. Пока я еще дрочефалюсь на четвертой рельсе. Да ну ты задолбал, Вася, ну ёб твою, ну у меня уже горит с этого режима. Я шатал, ну что это за приколы? Что за обломы какие-то? Мне тут просто чпокают, как хотят, я вообще не могу ничего сделать. Какие-то тайминги просто максимально печальные. Что это за режим, а? Кто режим такие придумывает? Я шатал, но у меня уже сейчас горит точно. Окончательно сейчас очко мое взорвется. 1400, ну хорошо, давай, давай, надо сливать его. Да ну ты задрал, ну куда ты самоуничтожаешься, Вася! Ну это просто габела какая-то, ну что это такое? Ну что это? Я на четвертой пушке сижу, там челы на седьмой уже работают. Где мои киллы? Давай. Хорошо, наконец-таки. Слава тебе, Господи, я на изиду еду. Ой, боже, как же тяжело, это ужас. Я не ожидал, что будет настолько сложно. Я тут чисто думал, что я на чиле буду играть. Чисто на чил-чиле. На чил-чилочек буду играть. Как первый на изиде. Но изида это вообще легкая тема. На изиде я должен сразу. Изиду должен сразу проходить. Два и сразу третий. Давай, сюда, третий. Сюда, третий, блин! Изиду должен проходить. Потому что, ну, изида это очень легко. Изида прям максимально легко. Изида это ничего сложного вообще нет. Чел уже рикошет прошел. Все, давай, гром, сюда, быстрее, на базу. На базу, громчика. Чел на девятый уже. Он на девятый, я только на шестой. Мне его надо как-то догнать. Ну, я догоню его, я верю. Я там на твинте очень много потерял времени. На ближний бой, как я мастер. Типа там изиды, фризы, жиги, это все, это моя тема. На таких темах я очень быстро даю килы.
Ну вот на такой шляпе какой-то усатый, когда у меня фраги подсасывают. Ну, здесь тайминги очень многое решают. Не так супер. Так, ладно, гром это второй, да, походу? Ощущением это второй? Или это был первый? Не знаю, первый. О, кто чё, уже на фризе играет. Не, фриз это легко. Дайте мне тоже фриз. Дайте мне фриз, я фриз. На фризе вообще набью на изи. Блин, ну я хотя бы не в самой жопе пока что еще. Пока что еще плохо, но не самая жопа. О, чел на шафте. О, шафт это моя любимая пушка, которая у меня нет гаража. Так, надо подсосать, подсосать. По таймингу. Шикарно, на рикошет работаем. Сразу на рикошетик. На рикошете это вообще изи. На рике изи. На рике это изи. Сюда, давай, седьмой уровень. Давай, 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 быстро, быстро, быстро. Давай. Успел фраг забрать. Громче, иди сюда, братик. Братик, ну куда ты поплыл? Братик, ну завязывай, братик. Ай. Убежал. Там чел уже на 10-м. Он на 10-м, я еще на 7-й просто куче вряжусь. Кто-то там на фризах уже наваливает. Надо подсосать фриза. И подсосал очень плохо. Хорошо, первый есть. Давай сюда, 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 сюда. Чел еще на жиге до сих пор. Блин. Так, первый был, да, походу? Или это был второй даже? Не помню, первый или второй был килл. Очень жестко решают тайминги. Прям очень жестко. Чел уже на молоте. Чел уже на молоте. Надо догонять. Его надо как-то догнать. Один килл мне надо на Рике, я уже на 8-м. Ну, как-то вот... Вот начало очень жестко решает. Прям вот от начала очень многое зависит. В этом режиме. Все, хорошо, фриз, сюда. Фриз это, ну вот, ближнебоечки для меня, это знаете как, ну, чисто поплеваться семечками. Это чисто сюда. Килы сюда называется. Главное, первый. Я первый, 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 100%. Первый, 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 хорошо. Плюс килл. Шафт меня чпокнул. Так. На 9-й, да? Большинство на 9-й и кто-то на 10-й. 9-й это шафт, я так понял, да? 9-й это шафт. Грома, 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 грома. Давай, давай, давай. Ай, не успел подсосать. Ай. Это тоже не успею, да? Мэл, хреново эти делиты, конечно. Не очень приятная тема. Давай, давай, кил, кил, кил. Хорошо. Так, и последний остался на фризе. Не, фриз это легко. Фриза, жига. Вот на твинсе пока что самое тяжелое было. Твинсе прям что-то как-то не пошло. Так, шафта. Блин. Подсосали. Шафта. Ну вот, челы заходят в катку, да, и он на смоке. Ну это же вообще бред полный. Ну кто засосал у меня фраг? Ну блин, ну я долго очень сижу. Чел уже на 11-й. Я еще, блядь, до сих пор на этой фризе. Подсосочки какие-то начинаются. Не дай бог, он сейчас подсосет кто-то у меня этот фраг. Сюда, хорошо. Найс, 9-ю. Давай шафта сюда. Шафт это вообще изи катка. Шафт это, блядь, просто встал в прицел, дал контенту и все. Сейчас вот как дам контенту. По кому только давать. О, нормально. А, он вышел. Найс, дал контенту. Чел вышел так у меня. Прицеле, конечно, такая себе шляпа. Хорошо, первый есть. Автоизикаточка. Сюда от второго и давай третьего быстрее. Мне надо работать. Там уже чел на 12-й пушке. Блин, прострел такой себе слабый. Сюда. Давай, быстрее, 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 быстрее. Молота мне. Молота на базу. Быстрей. Хорошо. Шафт вообще изикатка. Это, блин, для лохов пройти там. Сюда, давай. Молота. Леса. Бля, а что тут мало урона? Это без устройства, да? Так, первый есть. Трехардим. Хорошо, крит есть. 200 урона. 400. Хорошо, фул танк попал. Так, это 2. Блин, теку подбирает. Блин. Так, один килл надо. Один килл я на 11 левел буду. Чел уже на 13-м. Он уже на арте. Офигеть. Он на арте. Он уже на арте. Пока я наваливаю здесь. Хорошо! На 11-й. 11-й что? Что у нас 11-й? Догоним, догоним. Сейчас догоним. Я уже чувствую. Вулканчик. А, вулканчик. На пулканчик. Вулканчик, вулканчик. Там ДДшечка есть. На пулканчик.
Вулканчик — это моя любимая тема. Так, первый. На этот пробел нельзя зажать сильно. Второй. И давай сюда третьего. Где тут третий? Хорошо, третий. Так, я догоняю. 12-й уже. Давай, фулл фокус, работаем, ребяточки. 12-й что? Страйкер. Ну, страйкер — это изи катка. Блин, там чел магнум уже прошел. Раз. Можно, наверное, слотку было давать. Ладно, сейчас дадим. Но я хотя бы уже в топ-3 вырвался хоть. Это было вообще позорником каким-то в середине. Сидел. Так, это второй уже, да? Давай третьего быстрее. Блин, третьего не подсосал. Ладно, давай сводку лучше. Там чел на гаусе. Да боже, ну какой гаус? Вась, ну нафиг ты меня в спину стреляешь, крыса? Мне один килл надо. Один килл. Где мой килл? Может, этот? Не, только не подсасывай. Хорош, спасибо. Так, 13-я пушка. Отрыв в одну пушку. Так, это магнум, да? Магнум. Какой тут магнум? Гарпунчик? Или дефолт? Блин, тут дефолт, ёб твою. Хорошо, первый есть. Да чел на Тесле уже. Да ну нафиг он на Тесле. Жесть. Он уже на Тесле гоняет. А я еще только на вот этом замечательном магнуме. Так, давай, давай. Кто-то еще на шафте тут? Ну, а шафт вообще-то изи как была. Для меня лично. Куда мой выстрел улетел? Бля! Долго очень, долго. Что-то на арте как-то не пошло. Так, а следующая пушка — это что у нас? А, гаусс. Гаусс и потом Тесла. Куда я даю, боже, Вась? Сюда, давай, полторашку. Последний остался выстрел. Хороший. Хорошо. Карна 14-я. Догоняю. Чел на Тесле не может дать киллы. Чего чела? С лицом. А, он Теслу уже прошел, да? Хорошо, первый есть. Достигает последнего уровня. Ебте, это что такое, Вась? Это что такое? А что это? А что это такое у него? Да ну нафиг. Вы видели это? Это мне что, такую тоже пушку дадут? А что это за прикол? Это что такое? Так, быстрее, Гаусса, давай ко мне Теслочку. Сюда, Теслу. Сюда, Теслу. Сюда, догоняю. Давай, давай, давай. Уже второй. Что за прикол? А мне тоже дадут такую пушку? Или не дадут? Или только тому челу, который будет на последнем левеле? Кто был первый? Увидели, что это было? Я даже не понял, что это за пушка. Сейчас мы ее найдем, чпокнем. Я Теслочка его точно чпокну. Блин, Тесла на основе. Вот это я понимаю, имбище лютое. Вот это имбище лютое. Так, ладно, сюда, сюда надо дать килл. Сюда килл дать. Раз, два. Все! Обновление вооружения. Получен доступ к кувалде. Что за кувалда? Это что такое? А что это такое? А это типа ножом чпокать? А сколько урона дает эта хрень? Да ну нафиг, я в шоке. Сюда. Вась, ты чё гонишь? А как им попадать? Да ну нафиг! Вася, ты чё за рофл? Блэд! Да это мясник какой-то, ёб твою! Сейчас как мясником, как дам контенту! Ептить, Вась!
Это жесткая тема. Это мистик какой-то, ёптвою душу. Да ну, Вася, да что такое? Офигеть, я такого не видел еще в этой игре. Че это за рофл? Не, ну это чисто ближнебойная тема. А как-то по-другому ей стрельнуть? А, так можно просто даже нажать, даже зажимать не надо. Давай, Вась. До дому! Куда уезжает, сука, не могу дать. Дам контенту, стопэ, Вась. Давай контенту. Да боже, куда он бежит? Там только в упоре так работает. Вась, ну давай контенту. Хорошо, контенту дал. Блин, 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 стопэ. Блин, он меня чпокнул, я не успел. Не успел ему дать. По шляпе. Блин, ну это рофловая тема. Блин, это похоже на какую-то хэллоуинскую типа темочку, знаете? Этот чисто... Блин, нафиг он меня не бегает? Нафиг они все знают, что надо бежать от нее? Жесть, ну это рофловая тема. С одной стороны смешно, а с другой стороны, а сколько фанда я получу с этого боя? Если с этого боя я получу мало крисов, то, типа, толку от такой рофла темочки нету особо. Не, ну смешно, смешно. Смешно. Базара нет. Зарофлили неплохо. Бля, только все челы уже как будто прошарены, уже все знают, что от этой темы надо бежать. Сюда просто. Молотом как дал этим. Бля, это роф. Чисто рофл. Ну давайте попробуем хотя бы первое место можешь занять на этой катке. Я не знаю. Наверное, тяжело будет сейчас. Сделать. Ну, постараемся. Ой, хорошо, на разворотике попал. Чисто дал контенту. Четвертое место. А, все, катка закончилась. 6 тысяч! За сколько? А, чела 50 киллов. А, типа там какое-то, наверное, определенное количество доходит до последней пушки, и катка заканчивается, или как это работает? Не знаю, короче, в общем и целом, как работает. Ну, прикольно! Прикольно! Рофл с последней пушки прикольно, расходки нету, то есть как бы интерес есть, интерес определенно есть. Конечно, у меня не получилось прям чпокнуть, ну и последняя пушка это нормальный рофл. Я думал, конечно, что там будет какой-то дополнительный суперприз за победочку, да, но они вот придумали такую штеллу. Ну прикольно, 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 прикольно. Мне понравилось, мне понравилось. Не знаю, как вам. Если скатали, то пишите, что вы думаете по этому поводу, либо по этому видеоролику. Поддерживайте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал. Надеюсь на то, что эту тему в дальнейшем будут развивать. Потому что из этого можно сделать очень крутой турнирный... Турнирный бой, можно так сказать, да? То есть я уже вчера говорил в видосе про гонку вооружений. Надеюсь, что кто-то меня услышит и... Все для этого есть. Все. Режим шикарен. Просто шикарен. То есть, как бы ты постепенно переходишь к пушке с одной на другую пушку, да, и тот, кто имеет скилл на всех пушках, тот, по сути, и наваливает контенту в этом замечательном режиме. У меня, друзья, на этом все. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, дабы ничего не пропускать. С вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.